Я почти добрался до третьей точки. Отлично, чувак. Как там та официантка? Пойдем на концерт в четверг. О! Она тихоня. Не то что... Не двигаться! Я ничего не сделал! На землю! Живо! Я тут с кошкой гуляю! Ах! Рэнч! Рэнч! Черт! Ситара! ФБР! Рэнча взяли! Блин, я в курсе. Скажи мне, где он был? Похоже, его везут в убежище. Нужно закончить триангуляцию, чтобы узнать место. Поспеши. Ну же, быстрее, нужно спешить. Все в норме. Все готово. Триангулирую. Старый вокзал, 16-я улица. Посмотрим, что там. Нужно взломать их камеры. Работаю. Ты, типа, косишь под Роя Орбисона? Отец рассказывал, что Рой носил темные очки из-за страха сцены. Итак, задам вопрос. Ответишь «да»? Уйдешь свободным человеком и в маске. Блин, кто такой Рой Орбисон? Ответишь «нет», отправишься в тюрьму без маски и будешь там тем, кого ты даже в зеркало не можешь видеть. Приступим. Ты член группы ДЦ. Факт. Ты влез в государственные дела. Факт. Ты стал угрозой госбезопасности. Факт. Видишь ли, эти факты открывают мне некоторые возможности. Ты на стороне противника. Это срок. Может, в Гуантанамо? Или... Или что? Или ты дашь мне доступ к ДЦ. Сдашь их уязвимости. И данные на всю банду. Ты мой козырь. Слушай сюда, я твой подарок небес. Дай мне что угодно, покажи, где искать. Их имена, может, их адреса. Ты не захочешь со мной ссориться. Но тихо! Мы не можем...
Я говорил, не стоит тратить на тебя время. Вы ставите под угрозу расследование. Вам сюда нельзя, нет! Вперед! Звони боссу! Звони старшему агенту Монро! Звони, давай! Вот свинья. Да что такое с Маркусом? Хороший парень, хоть немного сбился с пути. Но сейчас он тебя не защитит. ФБР превратит его в наглядный пример для всех остальных. Как обычно. Очень жаль, но у тебя... еще есть выбор. Ты можешь решить сесть на поезд или подождать его лежа на рельсах. Из-за вас мы не сможем использовать то, что собрали на этого парня. Простите. Агент Фуэнтес не умеет смотреть на вещи в перспективе. Так что ты свободен. Расскажи своим друзьям о сделке, если они хотят исчезнуть для ФБР. Пусть приходят ко мне. Ко мне! Или... им придется тяжко. Нет. Думаю, пришла пора тебе взглянуть на мир своими глазами. Ты же взрослый. И пусть мир тоже посмотрит на тебя. Я пойду, а вы тут подрачите друг другу. Проводите его. Как надо. Ах, вы ублюдки сраные! Я приду и заберу эту маску! Рэнч? Да? Я верну твою маску. Ты все видел? Им это с рук не сойдет. Нет, Маркус, серьезно. У тебя есть дело поважнее. К черту! Мы с тобой. Сраные ублюдки. Думали, что мы клюнем? Недоумки. Им нас не понять. Рэнчу нужна маска. Нужно одному, значит, нужно всем нам. Само собой. Я ломану их гребаный сервак и вытащу наружу все грязное белье. Пусть все узнают о планах ФБР. Старый вокзал. Маска наверняка где-то тут. Я тут шла мимо здания старого вокзала. Чувак! Его вроде стали реставрировать. Thank you.
Устранители разберутся с этим. С телами проблем не будет. Погоди-ка. Что? Быть начеку. Смотрю тут все. Прием. Рассредоточиться. Эй, сюда! Тут нарушитель. Сейчас вышлю описание цели.
Старший, есть работенка, как раз для тебя. Маска у меня. Смотри, не потеряй. Сейчас все пришлю. Боже, у них есть данные на всех хакеров в городе. Еще бы. Corporate clown suit and carve your own path. Create your own philosophy. Make your own style. Stash and Vine. Elevated fashion for our elevated friends. Рэнч, в
Встречай, хочу тебе кое-что вернуть. Снова мы, Триша, Дейв и Шона. Шона, ты так смотришь в телефон, что у тебя вот-вот глаза вылезут. Держитесь крепче. По слухам, подружка Боба Дейкса попала в больницу. Причина – размер достоинства Боба, если вы понимаете, о чем я. Подружка, так, хватит. Достоинство оказалось великовато для бедняжки. Она в реанимации. Погоди-ка, то есть ты хочешь сказать, что когда Боба развлекается с девушкой, может в итоге выйти так, что она отправится потом не домой, а прямиком в больницу? Другими словами, выходит, если лечь с Боба, то можно потом и не встать, да? Возможно. Наверное, парни еще в школе начинают мериться. Смотри, да ему бить можно. Ха, думаю, чаще они недовольны результатами измерений. Ага, смотрят и понимают, нет разве еще. Но у Боба с этим проблем нет, точно. О, да, девочки, знаете, на что подписываетесь. А еще лучше, сразу страховку оформляйте на свои репродуктивные органы. Напоминаю, что остались билеты на блок-пати 2016. Главный улет этого года. А сейчас время купаться в музыке и лучах солнца. С вами была Триша Дэй. Я тебе сочувствую, чел. Херня, которую говорил Душан. Я бы не предал тебя. Он хочет нас разобщить. Но я ему не позволю. Слушай, у него ФБР на быстром наборе. Будет жестко. Понадобятся все. Друг без друга нам никак. Никак. Спасибо им. ФБР вынуждает хакеров дать доступ к их программному обеспечению для своих целей. ФБР использует эти программы для того, чтобы обходить легальную систему и свободно получать ваши персональные данные без ордера. ФБР также незаконно задержало одного из DedSec и принуждало к сотрудничеству с ними. Для ФБР. Мы не в полицейском государстве. Вы не тайная полиция. Конституция не сборник рекомендаций. Ваш план по использованию хакеров раскрыт. DedSec наблюдает за вами. Во имя каждого жителя Америки. DedSec рассказывает правду. Решать вам.